Друзья, всем привет! И у нас новые обновления в криптоигре Hamster Combat. Разработчики закрыли первый сезон. И вот у нас открытие первого сезона. И сразу же, друзья, хочу вам показать, что же изменилось. Итак, убрали разработчики комбокоды, шрифты. Возможно, позже добавят. Теперь мы будем зарабатывать валюту не монеты, а кристаллы. Что у нас в вкладочки? Все игры, которые были, остались. Вот появилась вкладка Минигамы, то же самое, и появились новые карты. Итак, все оставшиеся старые карты были уничтожены, вот остались только новые карты. Моих карты еще не покупал, ничего нету, и есть упущенные карты тоже ничего нету. И да, еще э -э 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 разработчики написали, что сейчас все скины стали бесплатными, их можно покупать. Вот зайдем сюда, посмотрим, правда ли это. Итак, у меня очень много были скинов купленных, но, как видите, 6, нет, 8, даже больше 10 скинов были не куплены. Итак, правда ли, что они бесплатные? Сейчас посмотрим. Итак, вот это скин. Да, бесплатно, просто разблокировать. Купить бесплатно. Есть. Выбрать скин. Ну, давайте, наверное, друзья, я сейчас все скины куплю, потому что мало ли и что, что разработчики, возможно, передумают, если есть возможность купить все скины и начну с самых крутых, самых прикольных. Итак, вот такой вот скин, разблокировать бесплатно, купить, вот выбрать. Ну, как выглядит, интересно. Ну что ж, прикольно, прикольно. Вот, что у нас дальше там. Наверное, сразу же все скины покупа, буду покупать. Вот, а потом смотреть, что из этого получится. Итак, вот такой вот забавный скин. Разблокируем. Есть. Вот, э, скин какой-то, вот, крутой комяк тоже разблокируем. Вот, пока есть возможность, это все надо разблокировать. Потому что, друзья... Возможно, пере... разработчики передумают, а разблокированный скин это всегда здорово. Итак, этот скин я тоже разблокирую. Вот их здесь немного, но думаю, стоит их разблокировать. Отлично. Следующий скин разблокируем. Супер, этот скин э, тоже разблокируем. Вот, и эти скины мы тоже разблокируем, которые я не успел купить. Да, вы заметили, там были новые скины, которых еще раньше не было. Итак, этот скин я тоже разблокирую. Вот, и да, друзья, интересный вопрос. Ага, случайно вышел. Я уже заработал 20 кристаллов. Сейчас я покажу, как я это сделал. Я не играл ни мини-игры, ничего. Вот, давайте-ка докуплю оставшиеся скины и сейчас все вам покажу. Так, последний скин. Разблокировать, купить. Все. Ну, по-моему, друзья, все скины у меня куплены. Да, супер. Ну что ж, пока так. Итак, друзья, самое главное. Как мы сейчас будем зарабатывать кристаллы и где я взял кристаллы. На начало игры все игры у меня были сыг сыграны. Вот э, вкладочки Games. Полностью все. Вот в мини-гамме тоже у меня было все сделано. Вот, но, друзья, у меня была возможность э, вот зайти. Я начал кликать по заданиям. И в заданиях у меня приглашение друзей. Э, вот, э, 7 друзей и 12 друзей не было галочек. Вот. И я просто нажал сюда, проверить. И мне за это дала э, вот э, кристаллики. Вот, и, в принципе, мы сейчас. Три друзей про, просмотрим. Вот, кстати, раньше этого не было. Раньше здесь было что-то по-другому. Так, подписаться. Я подписался уже. Вот, пусть проверит. Вот, сейчас проверит. Я уверен. И меня назад перебросит. Так. Ну, ладно. Подписаться на нас в Телеграм. Проверить. Давайте-ка просто нажму. Вот. Ой-ой-ой, друзья. Итак, проверь проверить. Есть, отлично. Очер очередной кристаллик добавился. Э на нас в Facebook. На Facebook я подписан. Ага, не что не подписан? Друзья, не знаю. Походу не подписан. Вот, ну ладно, друзья, я уже без вас тогда подпишусь. Вот выполню остальные задания. Я думаю, это не критично. Ну а сейчас у меня уже есть 59 кристаллов. И давайте-ка самое интересное. Покупать новые карточки. Итак, первая карточка, как видите, бесплатная. Когда у нас есть детальный план, вот покупаем эту карту и прибыль встает 0,5. Ничего себе, друзья, смотрите, 5, 6 часов надо, чтобы карточка перешла на новый уровень. Это жестко. Вот, следующую карту покупаем, мы не будем изобретать колесо заново. Покупаю эту карту. Вот, и у меня уже две карты. Вот, покупаем следующую карту. Team for Savage. Хомяк накопил много монет. Покупаем и эту карту. Здорово. Остается несколько карт. Стартап Acquisition. Ну, как-то так. Усиление компании. Итак, покупаем и эту карту. Здорово. И последняя карта. Бизнес-Униц. Расширяем сферы деятельности. Ну что ж, друзья, здорово. Итак, все 5 карт я купил, и, друзья, что удивительно, срок у них все 6 часов. Только через 6 часов можно будет улучшать вот эти карточки. Новых карточек, как видите, больше нету. Так, ну что ж, все, чтобы можно было, я сделал, кстати, э, вот пазл Гамес. Скорее всего, будет сегодня вечером после в в 10 часов э, вот, новая игра. Пока ее нету, в принципе, можем обновить. Я не знаю, в какое время будет обновление игры. В принципе, мы можем зайти, посмотреть, нету ли сейчас обновления игры. Вот, давайте-ка посмотрим. Когда будет вообще обновление игры? Ничего не написано, друзья. Игра, у меня галочка стоит, игра неактивна. я не могу найти. То есть через час, скорее всего, если все будет здорово, мы сумеем сыграть эту игру. И да, самое интересное, друзья, сколько кристаллов можно заработать в этой игре? Вот давайте-ка я сыграю несколько минут, посмотрим просто сколько удастся заработать кристалла в этой игре, чтобы знать на что рассчитывать. Итак, как-то, как-то вот так. Так, желтую карту вот сюда. Оранжевый давайте-ка вот сюда. Отлично, сложили. Голубую сюда. Ну вот, есть первая стопка. Ну, друзья, как-то курс не очень здорово. Хотя бы один кристалл заработать, посмотреть просто сколько на это пойдет времени. Так, ну пока как-то вот так. Зеленые, зеленые как-то так. Оранжевые давайте-ка я попробую вот так сделать. Вот. Неплохо. Отлично. Так, что мы можем сделать? Давайте-ка я пока оранжевые вот сюда. Вот отлично. Красные вот сюда. Красные вот сюда. Ага. Можно было не спешить. Ну, пока как-то так. Так, красные соединяем. Оранжевые вот сюда. Зеленую сюда. Синюю вот так. Делаем стопку. Ну, хотя бы давайте-ка сотую сделаем. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Так, синюю вот как-то в эту сторону. Давайте-ка я попробую. Так, желтая-желтая. Ну, пробуем желтую как-то вот так. Хорошо, получилось. Отлично. Синюю вот так. Супер. Оранжевую пробуем сделать вот так. Желтую-желтую никуда. Поставить попробуем как-то так. Ну что ж, удалось заработать. Ну, давайте-ка, друзья, еще вот до какой-то целой два числа сделаем. Пусть будет не 0,00000, а хотя бы сотые сделаем. Так, 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 так. Красные вот сюда. Красные вот так. Отлично. Фиолетовые вот сюда. Вот оранжевые вот так, как-то хорошо, неплохо. Попробую синие как-то убрать. Зеленые вот так, О, отлично. Так есть 0, 01 сотая 10, вернее. Ну что ж, друзья, раз пошло такое дело, давайте ка я попробую еще немножко вот сыграть. Вот хочу вот фиолетовые вот эту стопку убрать. Вот и синюю. И, возможно, тогда у нас немножко больше денег накопится как-то. Хочется уже, чтобы посмотреть, сколько кристалла получится. Ну, вот пробуем как-то вот так. Так, э, здорово, но хотелось бы лучшего. Вот, отлично. А ну-ка вот так. А я и не ту стопку, друзья, сделал. Не ту стопку сделал. Вот. Итак, зеленый слаживаем красные слаживаем отлично зеленые попробую сложить в одну стопку вот неплохо синюю слаживаю еще синюю вот так и еще синюю ничего себе какая прикольная стопка вот отлично супер так давайте-ка попробуем вот так фиолетовую вот оранжевую синюю и зеленую как бы нам пристроить. А ну-ка вот так, друзья. Да, 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 получилось. Ну что ж, неплохой результат. Вот сейчас я попробую вот эти две красные соединить. И я думаю, будем выходить из игры. Хотя хотелось бы вот эти две фиолетовые убрать. Вот оранжевую и фиолетовую башню. Уж много там кристаллов. Жаль их тратить. Сейчас я только попробую что-то подобное подобрать. И тогда будем сворачивать. Так, желтый, желтый. А ну-ка попробуем вот так. Есть. Отлично. Красную попробую как-то так. Фиолетовую пробуем. Отлично. Ну и вот оранжевый, если бы я убрал, в принципе, можно было бы, наверное, там уже заканчивать игру. Так, желтый беру. Зеленый пока как-то вот так. Здорово. И оранжевый давайте-ка я тоже вот так уберу. Ну что ж, давайте-ка закончим игру и посмотрим, сколько за это у нас э, вот получится. Получите выйти. Э, так, друзья. Не хочет игра выходить. Я хочу закончить игру, и игра не заканчивается. Придется нам, друзья, перезагружать. Неужели все достижения потеряем? Я не могу выйти. Итак, игра сыроватая, вот не работает кнопка, и мне придется перезагрузить игру. Интересно, мы потеряем эти деньги или все-таки нам их засчитать? Нет, засчитали, смотрите, 53 целых, но 4 сотых стало. Э, супер, ну что ж, друзья, э, ну я так понимаю, друзья, смотрите, в играх будем зарабатывать кристаллы. Вот, э, в мини-играх будем зарабатывать кристаллы, ну и прокачивать карточки. Все, пока что, что я вижу... Вот, за приглашение опять же друзей. Вот и выполнение заданий вот за просмотр Ютуба будет. И за новые видео будет кристаллик, за Фейсбук, Ну, за, за все подключения. Ну и в Паирдропе у нас напишет, что выплаты будут через 5 дней, 16 часов. Вот как-то так. Все здесь по-старому. Э -э так, здесь пока все закрыто. Первый сезон закрыт. Здесь все у нас кошельки, все привязано. Все как бы хорошо. Ну, как бы, друзья, на этом я считаю, что э, можем с вами заканчивать воспоминания. Лучшие карточки. Есть, есть такая вот кладочка, что у меня было наилучшее прокачан. Хотя у меня, друзья, был лучше прокачан э, Хамстербанк. Вот я больше миллиарда за, за, вот, задонатил на эту монету, но ее почему-то здесь нет. Возможно, по ниже. Вот как разработчики считали лучшие карты, мне непонятно. Вот. Да, дни, которые вы проиграли в игре, количество улучшенных вами карт, полученные монеты. Итак, у меня мало полученные монеты 14 миллиардов. Вот, не включено в игру. Друзья, что это такое? Не включено в игру, я не знаю. Какой-то егерный хомяк. Вот хомяки в крутом городе. Какой-то волшебник хомяк. Вот в постаполитическом мире. Вот роботы хомяки. Вот в космосе хомяки. Вот флеш хомяк. Вот мороженое есть хомяк в каком-то вот с динозаврами или тагодила сделано на, на заднем плане. Вот гонки, велосипеды, ковбои, вот на пляже игры. Ну, смотрите, какие прикольные хомяки. Вот кинг-хон хомяк, еще какие-то роботы. Халк хомяк, волшебный хомяк. Ну, прикольно, прикольно. Есть на что посмотреть, очень забавно разработчики сделали все это. Что ж, друзья, на этом сегодня уже играть промежуточный сезон. Ну, мы это уже с вами сделали. Что ж, друзья, надеюсь, что новый обзор вам понравился. На этом сегодня я с вами буду прощаться всем. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Ну, и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.